История жива до тех пор, пока о ней помнят, гласит народная мудрость. Следуя этому высказыванию, сотрудники Историко-краеведческого музея регулярно проводят экскурсии не только для славянцев, но и для гостей со всех уголков страны. История города Славянска на Кубани насчитывает около 3000 летий. Наш город и район славится богатым прошлым. Тому подтверждение – многочисленные памятные места, которые хранят в себе историю времен Великой Отечественной войны. Именно поэтому гости из Москвы приехали в Славянск на Кубани на экскурсию, чтобы ближе познакомиться с историей нашего района. Посетили ребята и историко-краеведческий музей. Залы, экспозиции залов историко-краеведческого музея позволили гостям города немножечко познакомиться с историей нашего города Славянска на Кубани, с его традициями, с особенностями развития Славянского района. И это знакомство сделало нашу территорию более близкой информационно для гостей далекой центральной России. Экспозиции музея раскрывают самобытную историю района с древнейших веков по настоящее время. Можно увидеть раритеты Великой Отечественной войны. Они повествуют о бессмертном подвиге славянцев. Кроме этого, небольшая часть экспозиции посвящена современному развитию города и района. Посещая один за другим выставочные залы, ребята знакомились с жизнью людей, проживавших на Кубани, их бытом, утварью, которой пользовались в прошлых веках. Знать историю должен каждый. Экскурсия произвела большое впечатление на гостей из Москвы, ведь она позволила в очередной раз прикоснуться к страницам нашей истории. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».